Нашла полянку с рядовками. Думаю, где-то я видела, люди побросали рядовки. Не знаю, что они их не захотели брать. Жирненькие ножки. Все красиво. Увидела тоже рядовочки, где растут. Запомню. Ну, не так. Слизнями поеденные. Ну, есть. Вот тут, в этом месте. Под дубами и соснами. И это березы и осины. Ведерко оставила. Сейчас покажу. Где-то они у нас тут прячутся. Угу. Вот. Очень вкусный ароматный грибок. На пожарить. Я очень люблю фиолетовые рядовки. И вот еще. Так, Лила, ведерко. Оп. Оп. Это я гуляю в лесочке возле дома. Ой, сейчас. Пахнут. Толстенькие, классные, молоденькие. Много съеденных, жалко, конечно. Но для аромата подойдет. Краса. Солнышко вот играет. Красота. Чудовые грибочки. Чудови. Молодесенькие, свежесенькие. Уже дуже багато листя нападало. Важко вдивлятись. А, бачу. І, о, ось отож. Ой, які гарненькі. І ось. Сьогодні дуже страшно бомблять, постійно тривоги, постійно бахає. Нема сил це все переживати. Я сина, десь син рядом, попросила, щоб зі мною пішов у ліс. Мені тут не так жахливо, як вдома. Дуже боюсь. Хоть якось відвлікаюсь. Ой, важко це все. Людей дуже шкода. Так, ще. А, усе, ще. Слимочки з'їли. Трішки мені залишили. Ще бачу. А, тут вже хтось. Ого, все з'їли слимочки. Вже хтось шукав. А ні, з'їли. Хтось вже шукав тут рядовки. Все вигорнули. Ну і мені трохи залишили. Ось. Ну я вже тільки я її люблю, буду їсти. Тому собі вже зможу пожарити.
жареха буде. Ладно, якщо щось знайду, включусь. Пташки поють. Все було б чудово, якби не бомбили. І було тихо, і мирно. Вот мои грибочки. Фиолетовая рядовка я собрала. Помыла. Чудные грибочки. Сейчас нарежу, пожарю с лучком. Мелко не нарезаю, такими кусками. На 4 можно. Крупненько хорошо будет. Пластинками. Потом можно в макароны отварить, это грибочки жареные положить. Можно со сметаной сделать, можно с картошкой, пюрешкой. Куда угодно. Можно в пирожки, вареники. Я пока не знаю, я просто поджарю с лучком, а потом, наверное, куда-нибудь добавлю. Может, макароны. Что-то моя семья обедать захочет, то и будет. Вот как они красиво, фиолетовый цвет такой яркий, вам видно, такая краса, аромат стоит. И лучок режете, как вам нравится, крупно, мелко, кольцами, квадратиками, ну нужно квадратиками. И обжариваем. Немного оливкового масла. Высыпаем грибочки и сразу добавляю лучок. Подвигаю. Там у меня венцо стоит. Все голосуют за с винограда. Так, мои грибочки. Поджариваем. Ну, мне нравится аромат рядовок, не знаю, мне очень нравится. Гриб очень мягкий, нежный, но в то же время он упругий, он не квашня получается. И плюс аромат такой приятный. После масленка второй гриб, который для меня очень вкусный. Пахнет. Сейчас выпаривается жидкость. Выпарится и сразу поджарится. На максимальном огне, на сковородку, когда высыпали, максимальный огонь, чтобы вода, сок, вода быстро выпарилась. И присолю. Вот.
Ой, да. Настроение что-то вообще на нуле. Не знаю. И в лес никуда не хочется. Так, чуть погуляла рядом возле дома в лесочке. Даже вот грибы нашла. Говорят, вроде опята начались. Но за ними надо ехать, а мне не хочется. Пишите в комментариях, кто как себе настроение поднимает, когда упадок полный. Когда ничего не хочется. Как себя взбодрить можно? У кого какие есть рецепты? Напишите, пожалуйста. Думаю, это не только мне будет полезно, а может кому-то еще пригодится. Как они дружно сок отдали. У меня на обед есть солянка. Вчера делала солянку. Вот грибочки еще. Ну, наверное, макарошки сделала. Ты уже обедать пришел? Да. Да? Ну, сейчас. Так, ладно, ребята, выключаюсь. В общем, все понятно, да? Сейчас дожарится, влага выйдет, и они будут зажаристые. Кому какая консистенция нравится, кому зажаристые, кому нет. На этом все. В общем, рядовки фиолетовые, можно кушать. Они очень вкусные. Пробуйте, готовьте, находите. А всем мирного неба, хорошей погоды, полных корзин. Пока. С вами была, как всегда, канал «Дела житейские».